голубенок с первого выводка один и плохо кормит. И он ушел, он голубенка нашел, отец сейчас, и там то ли извиняется, или что, целует клювом по голове его там, мелконько-мелконько гладит. Вот он, который сидит, там его самый голод, вот интересно. Вот бросил его, и все. Я сейчас молился, я думаю, Господи, да хоть бы он его признал за своего-то. Ну, явно, что не подкидыш. И вот он сейчас перед ним маленько дал поесть, ему отрыгнул от себя. Мой голос смущает его. Сегодня 12 марта 2018 года. Это редкий случай, так вот и дикие голуби. И чтобы вот так наблюдать за всем, это вот прямо настоящую любовь показывает ему, пробуждает его. А он уже совсем замерз. И пытается, чтобы он клюв дал ему. Он, тогда ему шоколадок положит в рот. Наглаживает его. Такая любовь. Курица этого делать не может, ни гусь. А этот именно целует его. Не подходит никак, и все, не кормит. А я стоял там в комнате-то, чтобы его не спугнуть, на кухне. Ну и он перед глазами, он падает уже от голода. А сидят, новые выводок выводят, а эти как будто не его дети. Ну тут один был. А сейчас вот, вот пожалуйста, я только Бога благодарю. Даже об этом и то помолился, и сразу на душе легче стало. Вот он ее прямо обихаживает, дескать, оживей, оживай. Чего ты там лежишь? Я тут сегодня тазик им поставил, воды налил, они купались. И голубка, и сам голубь. Он слышит мой голос и опять... Тело у нее, крылышки там, он за бумагой спрятался. Там лежат пачки вот документов, бумаги, а он его тут... Он все время, голубенок, спиной поворачивается, найдет, уйдет там, ковыляет, ковыляет, найдет и прижмется. А там бумага подняла ее ветерком-то, и он за бумагой, вот этой, на которой сидит. Повернул сердце отца. Сердца родителей к детям. Пророчество. Вот все сейчас везде тут придется убирать. Время-то уже много. Сейчас я посмотрю, сколько времени. Переключу на наружку. Ага. Вот это наш дом. Вот. Я сижу за этой дверью зеленой. Это улица. Дальше это в храм заходить двери. Вот это как выходишь с крыльца. Лестница, вот она. Идти туда дальше. И потом подходишь как раз вот здесь вот. Ну и дальше самый большой это вот заборы. Вот эта наклоненная палка, это засов. Калитку завязываем. Вот сегодня 12 июля, это июля, говорю, марта. Повторяю, погода хорошая, вон в окно, видать, солнечное. Вот так. Вот он отошел что-то на брусок, сел отец. Я тут шевельнулся и насторожил его. А этот вот он сидит. Даже клювик его, видать. Он его обихаживал, гладил, гладил. Ну, кормил или нет, он совсем. И на спине дикий дикарь, а на спине белое вот такое, не пятно, а под перьями. Под пушек этот такого цвета. И вот он уже покупался. Так они насекомых выводят. И вот сейчас подсушивается. Я тут бумагу брусками придавил. И он на бруски сидит.
Сходил сейчас в голубятню, слазил. Голубятня у меня вот здесь. Вот она, видать, на крышу идет. Это не это, я не показываю. Вот она где, вот. А это вот 2 шеста березовых из Потеряевки. Ими я голубей гонял. Ну, сейчас мало у меня, 12 голубей. 10 белых и 2 сизых. Ну, не считая вот этих еще у меня в комнате 3. Тоже сизари. Сейчас я все больше вожусь с дикими. Мне хочется до конца узнать их характер. А в этих-то, а в домашних, ну, разная порода. У меня было 6 пород разных. За всю жизнь рубля не заплатил за них. Пшеницу не покупал. Вот так Господь делает, что все есть. У меня собаки были, я в уголовном розыске занимался. Их подсаживали в ювелирный магазин. И мне за них платили. Зарплата, нормальная просто зарплата была. И корм давали еще. Я доставал. Сам ходил еще, где там рубят на базаре. То остается у них крошево. Это тоже отдавали. Одна собачка прилетели в уголовный розыск. Ее взяли в Алма-Ата. Малышка называлась. Как крылышки обихаживает. Все. Смотрел я венчание Загуляева Александра и Можиной Галины. Сохранилось 2001 года. Кажется, 15 или какого июля. Ну, подправили Новиков Сергей Александрович. Дальше никак. Плохая съемка была, и давно было, и перезапись. Тут все смешало. Отошел.